Вот как в интернете люди распаковывают всякие посылки, то и я сниму видео, как распаковываю посылку. Вот пришли конденсаторы. Капаситорс написано. Капаситорс. Приклеен на сильный клей, что его не отцепить. Такой сильный клей. Все-таки не отклеился, он даже оторвался. Придется резать ножницы. Такой мягкий поролон. Заказывал на Алиэкспресс. У меня стоили, не кажется. $4 или $2, не помню, кажется так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я переменная емкость. На этом видео заканчиваю. Прощаюсь.